Всем привет! Сегодня мы с вами разберем пасту президент профи. Первое, что мне лично бросается в глаза, это достаточно стильный дизайн, такая рельефная упаковка. Чувствуется, что уровень пасты все-таки выше среднего. И самый главный критерий выбора зубной пасты, на самом деле, это уровень РДА, который далеко не все производители пишут. Президент этот уровень указывает, 75, он, в принципе, пригодный для ежедневного использования. И дальше они дают как раз памятку, какие пасты, когда можно использовать. И да, РДА – это строгий контроль. Все-таки это достаточно важно, потому что абразивные пасты с индексом абразивности уже более 100 нежелательно использовать каждый день. Дальше сзади они указывают применение, состав, меры предосторожности, что очень важно. Это что не глотать. Паста содержит фтор, поэтому ее важно не глотать, поэтому она не применяется у детей, только для взрослых. Правда, они не пишут со скольки лет, да, я не вижу. Дальше разберем состав. Дикальцифосфат-дегидрат – это абразив, он имеет мягкую структуру. Взаимодействие со слюной выделяет ионы фтора и фосфора для укрепления эмали. В принципе, нормально. Дальше сорбитол, ну вода понятно, сорбитол, глицерин, они препятствуют высыханию пасты. В принципе, это есть в каждой пасте у нас, тоже ничего такого страшного. Диоксид кремния, это абразив, он безопасный, его можно использовать каждый день. Дальше целлюлоз, гам, стабилизатор, загуститель, тоже безопасный, то есть можно использовать. Содиум лауресульфат, это пенообразующий компонент, и он сушит слизистую, что вызывает разные неприятные последствия, но не у всех пациентов. Поэтому, в принципе, его можно использовать в пасте, но у кого, например, есть склонность к частому появлению стоматита, таких язвочек, то лучше от него избавиться. Арома понятна. Монофосфат натрия используется для профилактики кариеса. Сухой экстракт женьшеня. Вот он. Он богат витаминами, микроэлементами и достаточно широко используется в косметологии. Ну и для слизистой это тоже достаточно понятно. И разные добавки для вкуса, для запаха. Так, а это то, что было внутри упаковки, результаты клинических испытаний. Я считаю, что это очень круто, это показательно. И они нашли, где разместить такую информацию, которая ну, действительно будет полезно прочитать и для стимуляции продаж. То есть им, в принципе, нечего скрывать. Я такое, на самом деле, вижу первый раз, чтобы вот именно внутри упаковки писали... Вот насчет результатов клинических исследований по поводу индекса РДА, опять же, здесь написано, ну, вообще о президенте. То есть, в принципе, все очень интересно, все очень здорово. Ну и, соответственно, ссылки внизу на Инстаграм, на ВКонтакте, на Фейсбук, странички президента.